Самое важное — это не скиллы, а гол. Ну, давай, давай, давай! Но можно стать легендой после этого удара. За всех, кто в меня верит. Давай. Ебать! Ебать его, брат, блядь! Куда нахуй завязываю вообще с этим? Ты куда его дал-то, дядя, блядь? Ты шо мутишь? Че за пушка залет... Спасибо! Ебать! О, это уважение! Респект, окей! Вот тут уже нервно должно становиться. Ты не хочешь отсюда лысым уходить, пацаны? Первый гол на этом канале! 1-0 от Богдана, ёптать! Потом занесёшь. Никогда ещё так волосы не ценил. А, блять, фу, там успей! Что за кадры? Сейчас сенсация, мне ебашут рыбой по щеке за все браны. Ай, фу, бля, вонючка. Ну да. Видел, насколько это было плотно, что у меня до сих пор голеностоп горит. Со столько ударов уже надо первый забить. Сука, я не зря тебя... Ты кого привел, блин? Ты зачем его привел? Это Криш, брат, Альфред, да, братан, это наша школа. Мы каждый день играем в футбол. Что за банка? Брейн SD. Это случайность или закономерность? Случайность — это когда ты забиваешь. Стой! С меня перчатка. Опа! Да, честно. Красиво. Ничего себе. Смотри, приятно, спасибо. С меня перчатки. Любые, какие-то. Лучше по делу. Все, смотри, если Тёма забьет. Любые! Он сказал любые! Поэтому бери, блядь, самые дорогие в Counter-Strike, нахуй. Все, за 300 косарей, блядь, говори. Если я забиваю, он сосет. Если я не забиваю, кувырок. Ай, блядь. Ебать! Больной, которого вы видите, наблюдается психиатрами уже более 20 лет. Есть. Ну, это бильярд. АПшка. Мы с тобой делим приз, да, попал? Да. Убивай, докажи. Что? Это невозможно. У меня просто идеальные удары сегодня. Как это возможно? Штампы, мы не договаривались. Ты пропускаешь какую-то херню, блядь, а мои ты тащишь, сука. Летишь как Супермен. Это что за хуйня, я не понимаю. Пошел все нахуй, блядь. Ребят, тишина, просто гробовая тишина. Гол, блядь! Это что такое было? Ебать, это что? Красава. Что за истребитель? Я просто надо ебись. Вам нахуй. Что, во-первых, принял? Пиздец какой. Я понял, ты просто первый 10 минут разминался, блядь. Бля, это вообще ювелир. Это. Да, я просто домой хочу, реально. Я очень хочу домой.